Всем приветики, с вами канал Артмания. Не поверите, чем я тут на балконе занимаюсь, убираюсь опять. Перед приездом свекрови я все убралась, у меня вот тут было чисто. Теперь она, я не знаю, половину вещей, откуда они вообще взялись. Она просто туда все сгребла, здесь еще был Навальный, я еще забрала отсюда кучу вещей. При том, что у меня вон там, вон в том пакете лежат яблоки. То есть они были, эти яблоки, просто завалены всяким хламом. И сверху на них стоял вентилятор. К шкафу вообще просто не подойти. Я не могу даже подойти к шкафу. До этого, до приезда, у меня была нормальная дорожка. Я могла подойти к шкафу, там что-то взять. У меня там хранятся всякие разные продукты. То есть нормально. Теперь, блин, я не знаю, это кошмар какой-то. Я вот сейчас собралась собираться. Блин, что-то у меня уже сил нет, честно. Что-то я так устала уже от этого всего. Ну, это вот я Диме прячу шоколадки. Потому что он сейчас съедает, везде все ищет. Ищет эти шоколадки, она у меня стояла на столе там. Здесь я уже прибралась. Потому что у меня морковь, а это вот сверху лежит здесь. Лежит, это я эту осеннюю делаю аппликацию для садика Диме. Вот, ну тут чуть-чуть чипсики так вот я положу, тоже от Димы прячу. Баклажанчики, ну тут все туда так сдвинула компактненько, чтобы мне вот можно было выйти, там взять яблоки, потому что не помещается в холодильник, все. Баклажан, их уже надо съедать. Апельсины, вот там лимоны, ну они хорошо лежат. Этот оранжевенький у нас там, кстати, его тоже есть уже скоро. Кабачок. Патиссон там еще, кстати, есть. Не знаю, что с ним, кстати, делать. Напишите в комментариях, что делать с патиссонами. Такие вот кругленькие, которые. Тут тоже у меня понавально. Тут жесткий диск я хочу вместе с вами разобрать. Никак вот. Здесь замок хочу вместе с вами разобрать. Тут вот тоже по мелочам. Здесь у меня вот бальзам я перелила. Маленькие тюбики были с бальзамом. Много штук я сюда перелила. Лежит пока. Пока горячей воды не было очень долго у нас. И вот он лежит. Ну, короче, так, лекарства от Димы прячу, потому что он в холодильник начал лазить. В прошлый раз нашел мои лекарства, пытался открыть их. Там свечки. Я вовремя проснулась, прибежала, забрала. Вот теперь храню на балконе. Пускай лучше тут лежит. Тут хотя бы закрыт, у меня балкон, он не умеет пока его открывать. Короче, вот так вот. Там у нас уже доделывают, трубы доделывают. Короче, сейчас, видимо, сейчас меня нагрелось тут в комнате, на балконе стало тепло. И мне надо вот тут все все-таки разобрать, прибраться. Что-то надо все-таки выкинуть. Здесь очень много зелени сушеной для чая у меня. Всякой вот полно. Чеснок не разобранный, орешки там вон. Там что-то, там стоит одна коробка у меня, там тоже куча всяких. А, у меня в ней лежат сушеные яблоки. Ну, такое вот сушеное. Как бы положить некуда, потому что там вот... Видите, да, шкаф тоже. То есть у меня внизу там тоже навально. Здесь частично продукты, частично баночки. Здесь вон там у меня мед, там что-то еще. Всякие там вкусняшки. Выше посуды, еще выше Дед Мороз. Стоит, который тоже скоро доставать надо будет. Все как бы вот так вот. Не нравится. Не нравится, как у меня стало. Но свекровь любит так. Когда все лежит большой горой. Ладно, буду убираться. Потом, может, покажу, что у меня там получилось. Ну, смотрите, получилось это примерно вот так. Было, конечно, у меня по-другому все. Не получилось мне сделать, как это было раньше. Но тут вот как раз остается. Здесь у меня как раз травы. А, здесь у меня груши, надо доесть. Здесь травки, травки. Там тоже что-то. И горшочки мне надо пересадить. Тут земля, и там яблоки. Вот. Ну, горшочки мне надо там, конечно, посадить, да, пересадить, вернее. У меня вот тут вот молочай растет. Скоро уже зацветает, то есть его нужно мне пересадить. Денежное дерево пересадить надо. Надо посадить вот этот, вот смотрите какой, нестандартный. И вот это растение непонятное, у меня сохнет, тоже надо пересадить. Вот. Ну, вот это вот еще, может быть, оно вообще мне что-то... Очень плохо растет. Ощущение, что он не растет. Это якобы домашний жасмин. Мне его подарили. Женщина подарила, которую я покупала. Как раз вот этот вот. И этот у нее купила. Забыла, как называется опять. Опять начинаю забывать. У него прям листочки здесь такие маленькие-маленькие. Прям. Вот. Надо пересаживать. Надо заниматься всем этим. Пересаживать. Что-то никак.
некогда мне. Вот, а здесь вообще плесень пошла. Вон. У кактуса, эти кактусы, я не знаю. Ай, какие-то, не знаю, они такие кошмарные. Я думала, это будет обычный кактус, а он, как видите, как огурец. И потом тоненький-тоненький. То есть его сажаешь, а он потом у вас просто на бок заваливается. Не знаю даже, что с ними делать. Я бы, честно, отдала кому-нибудь. Но я боюсь, то, что их возьмут ради хороших горшков. Ну и как бы пересаживать их там куда-то там, на какой-то непонятный стаканчик. Тоже как-то не хочется их трогать просто так. Короче, не знаю, вот они у меня и стоят. Стоят уже все обросшие, уже все там завалились. Они вон тоже здесь вот, видите, сломано и сломано. То есть вот этот сломался, да, от него половинка, вторая вот. Потом этот сломался, еще был кусочек. Я их там кому-то отдала, этот кусочек. То есть два каких-то куска. И там он тоже свои деточки. Корешочки вон уже торчат, он уже держать не может. Сам он уже, по-моему, вообще не растет. Нет, этот вообще он же тут какой он стал. По-хорошему, конечно, если все надо снимать, всех этих кактусят, ну и куда их дену? Взять и просто сложить мешок и выкинуть? Ну, я не могу так, честно. Пересаживать другие горшки, их тут вообще посчитать можно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Их же вообще там 20, 40, 50 их может быть. 60 наверняка их там. А то и больше. 60 горшков. Ну, тоже как-то, да, раздать никто не интересуется. Никому не нужны кактусы. Хотя тут симпатичные. Пленькие такие. Деревья какие-нибудь из них. Не знаю, даже придумайте. Посоветуйте, что можно сделать из кактусов. Напишите мне там внизу в комментариях. Будет интересно мне.